Всем привет! Мы сегодня с Андреем вдвоем проводим время. Детей оставили и решили приехать в город Регенсбург и прокатиться на таком, не знаю, как это называется, это не корабль, но большая лодка. А вот катаемся по реке. Это Донау, да, Андрей, река? Река Донау. У Андрея на фоне сзади это церковь. Мы сходим туда еще сейчас прогуляемся. Погода отличная. Взяли, ну, почти весь выпили. Мы пили газированный сок черной смородины. Очень вкусно. Вкусно, приятно. Здесь у нас немецкий ресторанчик. Он наш дым валит из трубы. Так вкусно пахнет жареным чем-то. Нужно пойти посмотреть, что у них вообще в меню. Баварская, наверное, кухня будет. Историческая кухня сосисок. Посмотрим, может, зайдем потом. Так, идем ближе к церкви, погуляем, пройдемся. Рисунок есть, Давид и Голиаф. Да, сейчас заснимем. Красивые улочки. Тут, кажется, вот и в Регенсбурге есть, где такая узкая проход, помнишь? Он здесь дальше. Зашли в магазинчик, тут такая красота! Это магазин часов. Вот такая красивая подделка, стоит 371 евро. Какие красивые. А вот там вообще слабость, наверное, моя. Слышите, как кукукает? Это все ручная работа. Сколько вот стоили? Дорогие. Стоили 700, 625. Такс-фри, вещь, 600. Мне нравится с гирями, вот они все висят, с шишечками. О, какая красота! Здесь вот даже показывает видео, как все снимают. Как они делают, то есть, извиняюсь. Вот, компания называется Куколина. Вау. Где кукукают? Где-то кукукают. Вот, вот кукушечка. Еще раз. Какая красота. Это моя слабость. Я так мечтаю такие часы когда-нибудь иметь. Стоят вот эти часы. Сейчас 558. Дяденька бьет стаканом по столу. Я нашла часы. Какие красивые, деревянные все. И цена у них 5300. Видите, какая красивая ручная работа. Ой, не знаю, я прям восхищаюсь. Видите, как сколько много деталей вложено. Лесорубы. Здесь вот 3 медведя, 4 медведя.
Они все просто одни лучше других. Когда кукушка вот. Взяла, потом тут эти крутят, ну как танцуют. Ага. Когда время приходит. Какие-то часы сейчас тикают. Ну еще рано. Андрей, 2 минуты. Где-то, наверное, сейчас будут какие-то тикают. Что? Кукукать должны какие-то, я думаю, скоро. 2:58, 59. Может, успеем заснять. Интересно, где сейчас вот эти. Засыпает, и потом они там крутятся, танцуют. Вот эти вот тики кукукают мне сейчас. Вот такие есть сувенирные часики. Вот, чермунь. Стоят они, по-моему, 15 евро. Нету цены, ну вот есть похожие за 15. Мы вот сколько лет в Германии с Андреем вместе жили, я всегда проходила через этот магазинчик, не могла пройти мимо, чтобы не посмотреть, не зайти, не полюбоваться часами. Вот, мечтаю когда-нибудь такие иметь часики. Гуляем. Пекарня. Там у нас какая-то пекарня вон. Какой хлеб. Как голодные. Помнишь, мы вот в этом отеле кушали, как ты пили чай или кофе? Сидели вот здесь у окна. Не помнишь? Вроде помню, да. Ходим, вспоминаем, как мы, где мы были, что ели, что смотрели. Вот, вот дошли мы до картины Давида и Голиафа. Красивая, огромная. На видео даже так, ну, не видно, но... Оно очень большое. Красота. Пошли дальше гулять. А вот национальные баварские костюмы. Вот женские платья. Называется дирндль. И ледохозы для мужчин. Кожаные штаны такие называются. Есть длинные, это шорты. А вот для деток еще платье. Я помню, все хотела себе купить здесь такое платье, но они почему-то такие дорогие. А вот, и не стала влаживаться. Они около 300 долларов стоят примерно. Вот, этот набор стоит, вот. Или даже не набор, а только я не могу прочитать таким курсивом. Вот 509, 189, 115 и 169. Это вот то, что так выглядит. Да, это, да, комплект весь вот этот вот стоит. Почти 1000. Ну, да. Вот, поэтому так и себе никогда и не купила такое платье. Это вот магазинчик всех дирндлей. Шарф по-русски это? Шарфик. Шарфик 169. Вот, только один шарфик, да, 169. Дирндль шюрце. Это этот самый вот фартук. Зеленый, 115. Ага. Дирндль блюзе. Блузка. 189. И дирндль клайд 509. И платье 509. Вот. Красивое, хорошее качество, но дорого. За все это 1000. Да. Почти. Вот как должна выглядеть женщина в их представлении баварском. И рядом вот мужчина, как должен выглядеть одет. Еще дороже, 1200. У него шорты. 2000 вот евро почти. Ого. Вот сколько стоит одеть мужчину в Баварии. Дороже, чем женщину. Зашли покушать мороженое. Я очень скучала по... спагетти мороженым, поэтому себе закажу спагетти.
Вот цены. А я люблю айс кофе. А вот он либо себе вот такой кофе брать. Тирамису есть, Рафаэлла. Разные ягодные и фруктовые. Спагетти. Несет. Вот, взял я. Мне соблазнило мороженое. Ты взял? Еще экстра я взял. Где мое? Покажи. Вот твое. Так, вот мое спагетти. Но что-то мне не нравится, что оно не на стеклянной тарелочке. Неправильно сделано оно у них здесь. Обычно спагетти, мороженое делается. Оно уже растаяло. Я немножко разочарована. Оно нужно делаться на холодном замороженной тарелке. Оно нужно выглядеть как спагетти. Красный соус — это как томатный соус. И клубника в виде... Должны быть кусочки клубники в виде как вот мяса. Попробуй, это карамель, соленый карамель. Соленый карамель тебе? Зальцигес карамель. Вкусно. А вот это? Все. Пистации. Я буду свое. Будем сейчас пробовать. Ну, мороженое вкусное. Здесь какие-то ювелирные изделия продаются. А мы идем к церкви. Вот она, красавица церковь. Посмотрите, какая красота. Вот одна часть реставрируется. Мы когда были здесь, реставрировалась одна половина. Сейчас вторую реставрируют. Красивая какая. Сейчас зайдем в церковь, посмотрим, как там. Мне кажется, здесь была один раз, но я вот не помню. Я, возможно, путаю ее с другой церковью. Какие двери массивные. Это у нас город Регенсбург. Шахматное или что-то, когда там другое. Шахматные вот такие доски есть. 69 евро. Интересные. Интересно, не из дерева сделано. Вот это вот какая-то есть. Потому что иногда бывают пластмассовые, дешевые. Кувшинчики какие за 50 евро, не надо, или вот такой за 30. Это, я не знаю, что это, антиквариат или что. Бидон есть. Ой, вот я бидончик бы такой бы. Сколько у него цена? Нету, нету. У этого вот 15 евро. А бидон сколько стоит? Надо найти цену. О, 85 евро. Сейчас может на, сейчас может на скидки за 70, может. Бидончик такой никому не нужен за 90 евро. Как
красивая какая-то посуда такая выполнена в, не знаю, то ли в баварском это стиле, то ли не совсем. Здесь вот разные глиняные подделочки красивые. Как красиво. Это тут ресторан и отель. Да, в центре города. Ресторан называется Bishop's Hof. Волосы нормально? Так, вот принесли мою тарелочку. Там где-то шницель должен быть снизу. Вот, там шницель у меня, где-то грибные. Шпецли. Да, вот шпецли у нас. И самое вкуснятина. И заказала я себе горячий с кислой капусты. Мне принесли тарелочку. А у Андрея скромненько шницель с картофельным салатом. Да, мне нравится немецкий картофель, салат, шницель. Ну, Андрей на этом вырос. И вот там у нас такой вот вид. Церковь смотрим мы красивую. Ну что? Приятного аппетита. Будем кушать. Вот капусточка, это просто вообще, это бомба, да, Андрей? Картофельный салат вкусный. Мы помню, были в Америке в немецком городке Левенворте, пробовали там картошку. Салат картофельный. Да, вообще не, ну, невкусный был. Это еще мягко говоря. А вот тут вот очень вкусно. Да. У меня тоже очень вкусно все. Специи хорошие, грибочки хорошие, очень вкусно, скучали очень. Я 3 года мы не ели немецкую кухню такую вот. Соскучились, да, Андрей? Ну да, так и кушаем, и кушаем. Тут Германи, Вайсворшты, Винеры, дети едят. Никак не наедятся. Покушали и идем гуляем. Скоро же будем ехать домой.